У Федерации Тхэквондо Дагестана новый президент. Им стал Алибек Сулейманов. Его выбрали единогласным решением участников отчетно-выборной конференции. Она прошла в Дагестанском центре боевых искусств. Гостренер нашей республики по тхэквондо Магомед Абдуллаев отчитался о проделанной работе за олимпийский цикл. За 4 года Сейфулла Магомедов выиграл 3 чемпионат Европы. Гаджи Умаров участвовал на Олимпиаде в Лондоне. Дагестанцы завоевали золотые медали на чемпионатах России. Успехи наших тхэквондистов впечатляют, однако есть еще над чем работать. Очень много тренеров по регионам, но на чемпионатах Республики Дагестан эти тренеры не представляют. При этом заработную плату получают и так далее. Я думаю, федерация пора разобраться в этом отношении. Или они не умеют культивировать этот вид спорта, или же они не знают, что они вообще тренера сами являются, а занимаются совершенно другими делами. Я думаю, федерации серьезно надо внутри сесть. Я вот чисто психологически смотрю, люди с нормальным взглядом, взвешенными этими, и у которых есть желание, чтобы тхэквондо просто гремело в республике. Я думаю, что Министерство спорта готово оказать полное содействие по всем направлениям. Сейфулла Магомедов, Алиасхаб Сиражов, Юрий Кириченко, Радик Исаев, Гаджи Умаров и Айдемир Шахбанов – это надежда дагестанского тхэквондо. В новом олимпийском цикле именно они будут основными претендентами на попадание в национальную сборную. Потому и цели перед ними нужно ставить высокие. Первые шаги будут увлечение штата. Мы хотим привлекать молодежь. Молодежь должна заниматься спортом. Это самое нужное, что для нашей молодежи. В первую очередь необходимо, даже не в том, не результаты самые. Главное, что молодежь привлекать, чтобы она была занималась спортом, отвлекалась от всего. И задача наша такая, что проводить побольше турниров, соревнований, содействовать этому. Этот чемпионат России это показал нашу школу, что она очень хорошая, очень подготовленная. Очень мало людей занимается в нашей республике. Мы хотим, чтобы было увеличилось хотя бы 2 раза, это должно увеличиться однозначно, потому что у нас спортивная держава, республика наша. Она должна догонять и остальные виды спорта. В завершении избрали исполком Федерации тхэквондо Республики, куда вошли 7 человек, и председателя ревизионной комиссии. Им стал Михаил Магомедов. Уже в ближайшее время создадут попечительский совет.